Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я поделюсь с вами нашим уходом, уходом нашей семьи. Ну, на данный момент из 3 человек, я, муж и сын, на февраль месяц. Давайте приступим. Средств собралось много. Ну, постараюсь по категориям показывать. Надеюсь, получится. Ну, давайте начнем, наверное, с ухода для тела, с ухода для тела. Что старые покажу, какие гели для душа остаются. И покажу, что я добавлю. Так, ну начнем, наверное, то, что у мужа с сыном. Тут у них всего два геля для душа. Один вот. Ну, сейчас прям сын приехал, хорошо добивать стали, они быстрее уходят. Для пяти Марселье вот этот еще остается. Но тут уже немного. Меньше половинки. Так что, я думаю, закончится шафран. Красный апельсин. Затем в наборе вот я сыну покупала к возвращению из армии. Вот один уже гель для душа. Видите, тоже из этой линейки. Гель для душа для сильных духом. Так, тут у нас идет для современных мужчин, ведущий активный образ жизни. Он как цитрусовый аромат у него. Да, цитрусами такими сладкими. Вот. Такой стоит, пусть заканчивают. И я им решила поставить еще, добавить вот новиночку, которую я заказывала на Валберис. Белорусский от Витекс, терпкий цитрус и шотландский виски. Мужской гель-душ для тела. Здесь у нас 300 мл объем, но я его тоже очень хочу протестировать, потому что такой аромат просто шикарный. Вообще я даже не могу описать, действительно, как какого-то алкоголя такого дорогого и сладкий в то же время. Поэтому с радостью тоже его протестирую. В пустышках, конечно же, потом отзывы будут. Так, ну теперь тут общие как бы гели. В основном мои, но муж с сыном, конечно, тоже их берут. Поэтому покажу, что еще тут у меня стоит и что я буду добавлять. В общем, надеюсь, ну да, я надеюсь, точно добью от Фа Гавайи, ритмы острова Гавайи, аромат ананаса и цветка франжипани. Вообще шикарный такой аромат. Очень мне нравится гель для душа от Фа. От Космии тоже, я думаю, за февраль добью. Здесь у нас идет карамель. Да, да, мягкая карамель. Нежная карамель. Просто вообще аромат. Потом от кожи идет потрясающий. И от Faberlic я ставила прошлогодние. Вот эти были новогодние лимиточки. Здесь яблоко и корица. Тоже вот уже, как видите, половинка. Так что добьем. И я ставлю дополнительные гели для душа. Взяла. Так, я добавляю два только, да, у себя. Ну и нам всем. От Avon Senses мои запасики тоже надо, уже давно стоит, еще когда я Avon занималась, заказывала драгоценные масла, мед и гордения. Так, крем-гель для душа с сандаловым маслом, как раз вот на холодные такие вот холодные дни ванну, душ принимать, просто шикарный такой теплый аромат будет. Вот его беру. И от Lovely Moments тоже белорусский, от Белиты, гель для душа, новиночка, недавний мой заказ. Волшебные истории, это сколы. Тоже вот он такой перламутровый весь. Вообще красивый, густой, очень густой. Вот, хочу сейчас поставить, потому что у меня стоит шампунь сколы. И вот я вот этот гель для душа хочу поставить. Новиночку. Ну, а теперь давайте тогда сразу покажу. Так, а вот, ну раз для тела начала, пена для ванны у нас все закончилось, как-то что-то я еще пока ничего не купила. Вот остатки, это муж использует, хвойная соль, пена для ванн. От фитокосметика осталось укрепляющее с эфирным маслом кипариса. Вообще шикарные вот эти ароматы у них просто. Половинку сына в ванну я использовала, это вот муж будет ванну принимать. И тоже все уйдет в пустышки. Пока в пустышке января не попала. Давайте вот так поставлю. Уже пусть стоит, потому что она у меня завязана, чтобы не рассыпалась. Так, ну и теперь шампуни какие у меня стоят. Ну вот этот вот, конечно же, от Schwarzkopf Schauma Cola. Арома кола, шампунь с ароматом колы. И как раз вот этот вот будет гель для душа.
вместе в парочке. Затем у меня стоят вот такой вот, но я им редко пользуюсь, когда надо сильно волосы очистить. Это дочка любила им мыться, вот она приезжала, немножечко его подбила. Мохито, мицеллярный шампунь. Да, продавались они у нас в фикс прайс, и я жалею, что не купила все. Вообще замечательный шампунь, особенно вот на лето, и дочери вообще нравился. Здесь 400 миллилитров. Ну вот я почему-то только один купила, и они потом быстро так исчезли с фикс прайса. Затем от Свободы у меня стоит шампунь для всех типов волос. Здоровый блеск, питание и блеск 430 миллилитров. Ну где-то половина я уже его истратила. Так, и я добавляю себе в шампуне, ставлю вот этот вот от Витекс тоже, чтобы у меня белорусское пошло в уходе. Это дочка мне дарила на день рождения в прошлом году. Суперактивный шампунь «Репейник» против выпадения волос. Усиленная формула. Здесь 400 миллилитров. У меня сейчас стали, видно, позднее такое осложнение. После ковида пошли, выпадают сильно волосы. Поэтому я вот беру такой шампунь. У меня есть и новиночка, потом покажу, в покупках я купила. Но беру пока вот этот. Я беру по срокам годности или когда покупались раньше. Вот так использую, стараюсь средства. Затем у сына стоит... Ну, что же берет вас? В принципе, он берет мои шампуни. Вот. Ну, у сына стоит вот этот от Клермен. Ледяная свежесть. Тоже я ему покупала к приезду. Здесь он небольшой. 200 миллилитров. Вот надо будет еще ему покупать. Так, бальзам у меня стоит один. Вот этот вот. Арктика. Охотская морожка. Для сухих волос. Но у меня жирные у корней, сухие на кончиках. Я на корни осторожно наношу, хорошо смываю, мне очень нравится. Вот смотрите, уже немножко осталось, прям он сейчас так активно у меня идет. Аромат просто потрясающий у него такой. Вот, так что он у меня стоит. И беру я еще, вот, да, покажу, какой бальзам и шампунь. Бальзам-ополаскиватель, вот, от Свободы Балет. Добавляю покупочку, у меня была здесь с экстрактом череды. Нет, это нет, да, от Свободы. Взяла и решила его, попался мне на глаза. И вот эта линеечка роза. Шампунь и бальзам беру. Тоже покупала я. Утренняя роза линейка. Тоже от Свободы. Покупала, может быть, полгода, даже больше назад. Ну, вот захотелось мне сейчас вот что-то ими воспользоваться. И беру. Вот, к себе добавляю. Так, теперь какие у меня маски для волос. Они у меня остаются все те же, так как они большие, надо добивать их, но сейчас уход, ну, как-то их расход пошел побольше. Вот это вот с фикс прайс маска интенсивного восстановления для окрашенных и эмалированных волос остается. И от Natura Камчатка. Вот эта вот масочка тоже, дочка мне ее оставила, ей дарили, она ими не пользуется. Маска для волос шелковое золото. Питание, идеальное сияние волос. Шикарные масочки, но у меня прям вот хорошо сейчас расход идет. Ну, за февраль не знаю, может быть, и добью. Так, для волос все. Теперь еще для тела я покажу скрабы, какие у меня. Вот. Стоит у меня в использовании вот этот вот Adrim Nature скраб пилинг для тела. Это с медом, медовый пунш. Очень мне понравился. 250 грамм, но они вот эти вот засахариваются. Девочки видят, потом боятся, что что-то нет. Но вот этот у меня отлично, он не засахарился. Прям аромат меда. Прям вот настоящего. Такое скрабирование. Кожа нежная-нежная встает. Я не знаю, почему девочкам некоторым... Лена вот на канале не смотрела. Она прям вот категорически против этих скрабов. Ну вот мне вот этот понравился. Цитрусовый, да, там какой-то не очень аромат. А вот у этого хороший. Ну, цитрусовый, в крайнем случае, на ножке использую. И этой же линейки я беру скраб-пилинг для тела, шоколадный шелк. Немножко другой хотела шоколадный взять. Побольше здесь тоже 250 грамм. Но думаю, раз они... Вот они, видите, как засахариваются. Поэтому их пахнет сладкой шоколадкой, плиткой шоколады, поэтому никакого противного. Ну вот цитрус, да, там почему-то что-то у него не то с ароматом. Здесь все нормально, вот я его поставлю. Хочется вот сейчас, пока еще холодно, что-то такого теплого, согревающего. Так, для тела, для волос я все показала. Для интимной гигиены
Я вам вчера в пустышках показала, у меня закончилось средство из пятерочки. И я беру вот новиночку, у меня еще ни разу не пользовалась, от Eva Laboratories, жидкое мыло для интимной гигиены с молочной кислотой для чувствительной кожи. Взяла вот такое, нашла еще в частном магазинчике, еще немножко другие есть, здесь 250 миллилитров. Ну вот, потестируем. Может быть, дочери тоже такой же куплю, отправлю посылочку, если сейчас будем собирать, отправлять. Посмотрим. Так, вот еще для ножек у меня вот такое вот средство есть от Сидо, пилинг, скатка. Стоит в ванной комнате. И вот еще что для волос. Покажу вам средства, какие у меня есть. Так, сыворотки. В общем, сыворотка-заполнитель от Avon. Вот все никак не могу. Advanced Technics еще у меня одна стоит. Ну, тут половинка, наверное, даже поменьше. Может быть, за февраль добью. Не знаю, не обещаю. Но сейчас очень хорошо у меня пошла вот эта от Gliscor. Безупречный длинный экспресс-кондиционер. Шикарный вообще. Тут защита от сухих кончиков. Начала я использовать. Это я выиграла на канале у Анечки. Аня, спасибо огромное. И вот сейчас вот как раз, когда с волосами начались проблемы, я вот активно взялась и попробовала. Мне очень понравился аромат, просто вообще потрясающий. Я рук у нас сейчас, ну, у меня жидким как-то все муж, в основном я кусковым мою руки, а сын и муж моют вот таким. Но здесь не такое мыло, в этот дозатор я налила от Фа, там миндальное молочко было, да, так что его, наверное, лучше не показывать. Здесь другое налито, просто мне здесь дозатор понравился. Если там где-то половина уже у них, может быть, меньше. Если закончится, в запасик я беру вот от Салун. Турецкое вот такое жидкое мыло роза. Тут уже я тоже буду мыть руки и им, потому что обожаю. А затем тогда, раз мыло я показала, кусковое мыло антибактериальное у меня там скоро закончится. И я беру вот это Абсолют. Тоже положу. Гиалурон. Серебро плюс гиалурон. Это от фабрики Весна, от марки Весна. Они прогоркают быстро. Я сейчас стараюсь их все использовать. У меня очень много. Вот такое вот оно. Но уже начинает маленький аромат. Такой есть парфюмированный, чуть-чуть прогоркший. Ну, тут буквально промылишь верхний слой, и потом все будет нормально. Уже не первый раз у меня, и все отлично. Потом аромата от этого такого плохого нет. Так, далее. А, и мыло еще у меня кусковое лежит. Вот я вам вчера в пустышках показывала упаковочку. Вот Faberlic елочка. Ну вот все, я ее беру как туалетное мыло уже. Возьму ее. Так. Дальше. Давайте так ее поставлю. Затем для ухода за зубами. Давайте покажу. У нас вот такая вот сейчас паста с китайским красным чаем вроде бы. Покупали в Магните. Хорошая зубная паста. Мне нравится. И я ставлю новиночку. Муж у меня захотел. Купила фикс прайс вот эту вот корейскую пасту с розой. Так, это у нас идет зубная паста для чувствительных десен с ароматом розы. Как раз и сын будет ее чистить. Ну, у него там своя отдельная. Я не стала, у него сумочка такая с армией привез, где все его там туалетные принадлежности. У него какая-то медицинская, я ему покупала. Не помню, врать не буду. Он просил. Так, далее давайте теперь покажу, какие у меня скрабы, маски для лица. Да, вот ванная стоит. Стоит у меня вот это все. Вот такая вот масочка для лица на козьем молоке омолаживающая. Здесь она идет с маслом жожоба, алоэ вера и гиалуроновой кислотой. Это от козы дерезы. Ну, тут уже половинку где-то я истратила. Вот надо их добивать, вот эти средства. Затем продолжает у меня тоже половинка здесь уже с фикс прайс. Вот эта маска-пленка увлажняющая, зеленая. Ну, она не такая, она, конечно, потоньше, не такая плотная получается. Очищение, лифтинг, экстра увлажнение. Ну, хорошая маска, неплохая по своей стоимости. Поэтому вот ее еще оставляю. Все надо дорасходовать. Затем также у меня от Клэр Скин Эйвен черная маска для лица. Сокращение пор и блеска. Ну, это редко в критические дни. Даже после критических дней. Критические дни никакие маски не делаю. Половинка здесь где-то есть, надо ее как-то заканчивать. Это дочь мне оставляла, надо тратить ее.
Затем вот эти угольные две масочки все так и лежат. Ну, думаю, за отпуск вот сейчас больше как-то времени у меня с вами на все эти процедуры. Я думаю, что я это все подобью. Так, затем крем-скраб у меня еще остается для лица, ровный тон. Пока его так и оставлю, надо его закончить. Здесь уже не так много, три в одном. Очень хороший, покупала фикс-прайс. Он тоже как-то быстро прям оттуда исчез. Очень хороший. И также добиваю вот такую пенку скраб маск 5 в одном. Тоже брала фикс прайс. Отлично очищает кожу. Вот в критические дни я мою вот этим средством. И от салицинка вот этим. Салициловый гель скраб. Тоже вот. Ну тут чуть получше. Вот этого чуть-чуть я за февраль точно. Но постараюсь их добить. Так. Затем вот я еще забыла показать уход за полостью рта. Ополаскиватель новиночка в покупках. Вы у меня его видели. С фикс прайс. Вот он у нас теперь стоит. Далее умываю я лицо. Что-то я прыгаю туда-сюда. Ну, извиняюсь, вот как вижу. Для умывания у меня вот еще чистые линии. Вот такое вот косметическое мыло жидкое для лица и рук. Но я мою только лицо. Вообще не, глаза не знаю, я не открываю. Розы и хлопковое молоко. Шикарное. Я люблю вот такой гель для душа. Но сейчас давно он мне не попадался. Мыло у меня еще с розой просто есть. В запасах стоит тоже от чистой линии. Аромат просто потрясающий. Косметику даже бывает. Поленюсь или забуду мицелляркой смыть. Отлично смывает. Ну, за два раза все смывает. Поэтому мне нравится. Ну вот мицеллярную водичку покажу. Вот такая у меня от Ясамы заканчивается. Осталось, может быть, раза на два. На пустышках я ее не стала показывать. Ну ладно, пусть закончится. Она у меня пока остается. И ей на замену от Левраны. Моя покупочка недавняя. Мицеллярная вода, ромашка, зеленый чай. Веганская вот эта серия. Надеюсь, мне она понравится. Так, далее. Для умывания тут вроде бы все. Теперь маски будут. А, ну вот, что я еще какие новые средства беру. Так. Наверное, вот, нет, остается у меня патчи вот эти, да, израсходовать надо. С пятерочки что-то они мне не понравились. Какие-то суховатые, прям плохо пропитанные. Беру новенькие патчи вот эти. Моя недавняя новинка была. Панда. Их положу добавок к ним. И тканевые маски, какие я беру на февраль месяц. Вот моя недавняя покупочка. Биологика, авокадо, экстра питание. Вот такая вот будет масочка у меня. Затем суперфуд отмеренная авокадо и хурма. Сплэш-маска, это увлажняющая. Также от суперфуд кумкват и голубика беру. Тут идет она восстанавливающая тканевая маска. И беру альгинантную одну маску. Это Тют Органикс. Вот такую вот. Пептидный лифтинг. Мятное омолаживание. Это криотерапия. Вот эти маски. Дыня. С дынькой беру. Вот. Релаксировать с такими масочками. Далее. Вот так немножко. Все вошло. Беру для... Вот крем, вот я вам показывала в пустышках с единорожкой с фикс прайса, я выкинула ужасно. Вот этот более-менее я мажу им ноги. Вот буду домазывать, где-то уже вот так у меня осталось. Звездный крем мусс для рук и тела. Ну, уже появляется тоже приятный аромат, но для ног пойдет. Мажу ножки им. И затем ему уже на замену, когда он закончится, возьму вот этот крем для пяточек и пальчиков ног. Seven Days. Так. Это у меня наборчик был, покупала я в Доброцен вроде бы. Вот такой вот сашеточка. Здесь она 25 грамм. С маслом ши и мяты. Вот такой возьму. Так, затем для тела я беру молочко. Вот такой вот. Это подарочек от Ани с Израиля. Это я у Леры выигрывала в конкурсе. От Ани тоже были сюрпризы. Вот такое шикарное молочко для тела. Просто вообще. Смотрите, вот на туалетном столике будет стоять. Какая красота. Он очень большой. Здесь 200 миллилитров. Ну, с огромным удовольствием буду. Он зафольгирован. Идет. Ну, сейчас уже можно открыть. Так как я его беру в использование. Давайте его откроем. Даже не знаю, какой у него аромат. Но я знаю, что израильская косметика. Она вся
хорошее. Так, а ну-ка, давайте-ка я на руку нанесу. Достаточно такой плотненький, значит, будет хорошо молочко это будет питать. Ой, какой легкий-легкий аромат. Вы знаете, он какой-то не цветочный, может быть, немножко какой-то травянистый. Ой, очень приятный. Ну, все. Берем его в использование. Ставлю. Так, затем для рук у меня сейчас стоит вот этот потрясающий крем-бальзам для рук. Мультиактивный уход с фикс прайс. Здесь 100 мл. Даже не ожидала, что он будет такой хороший. И вот надо посмотреть, если еще раз увижу, взять. Хотя у меня в запасах много кремушков. Вот уже боюсь брать, чтобы больше не пропадали. Очень мне понравился. Вот сейчас вот от всех этих средств защитных. Плюс сохнет кожа. Вот посуду можешь. Все равно одеваю перчатки, но бывает не всегда. Или вот порвутся они, вода попадает. Вот прям очень хорошо питают руки. Просто мне, я даже не ожидала. И беру к нему, так как он уже заканчивается. У меня вот этот от Ясамы. Крем для рук и тела восстанавливающий. Масло жожоба, масло сои, масло ши. Смягчает и восстанавливает. Повышает упругость и устраняет сухость. Он достаточно таки большой, 150 мл. Вот беру его, ставлю в уход к себе. Так, а у сына стоит вот этот вот кремушек для рук, Армакон. Это нам на работе такие выдают. Ну, я вот ему в армию отправляла, он привез с собой, остался у него для рук и тела. Очень хороший, восстанавливающий. Как раз после, здесь 100 мл, очень плотный, вот после всех вот этих средств антибактериальных вообще, или повредите, пересушите кожу. Обветрится, вообще помогает шикарно. Далее у меня дезодорант стоит. Так вот, что-то я в запас-то не взяла. Но если что, потом буду дополнять что-то в уход. Я покажу, мне кажется, у меня уже закончится скоро. Чистой линии фитодезодорант вот этот. Хлопок и пион. Так, затем для ухода как бы за телом Сустамол. Когда спина у меня побаливает, постоянный мой помощник выручает меня. И для ножек Винотол. Тоже с фикс прайс. Вот они у меня еще пока не закончились, остаются. Для ухода за кожей век я оставляю вот этот вечер. Я наношу на ночь. Шикарный крем. Спасибо девочкам, кто посоветовал. Это от Свободы. Как масочку наношу на кожу вокруг глаз. Просто шикарно. Потом утром встаешь, умываешься. Кожу очень хорошо подтягивает. Просто супер-супер. Достаточно бюджетный кремушек еще, как говорится, с нашего детства. Поэтому возьмите. Очень хорошо подтягивает, восстанавливает кожу. Наношу, вот еще раз повторюсь, на ночь. Затем лежит у меня вот такой салициловый гель против прыщей. Ну, когда какие-то высыпания, дочка оставила. Вот, пользуюсь им иногда. Далее еще жидкие патчи попробовала я, гиалурол, тоже покупала фикс прайс, кстати, неплохие, мне нравятся иногда, вот ими тоже пользуюсь. Затем от Vitex у меня крем сыворотка увлажнения упругость, крем это ночной и дневной, я его использую, пока мне хватит, линейка Супер Плюс. Здесь программа омоложения, 20 целебных минералов, аптечная косметика Мертвого моря. Очень мне нравится, тоже хороший кремушек, такой хорошо впитывается. Ну, на день сейчас я стараюсь вот этот вот наносить, чтобы высыпания появились у меня. От Faberlic Ultra Green крем актив для лица 6 в 1. Дочка мне оставила. Здесь масло мануки и депантенол. Ну, против высыпаний. Тут прям чуть-чуть уже осталось, я его уже скоро добью. И уже буду только на день вот этим. Также беру в использование от Сидо, ставлю высококонцентрированную ампульную сыворотку для лица с авокадом, тоник, эмульсия, сыворотка, лифтинг и восстановление. Вот прям хочется. Не так давно я ее покупала, и вот хочу ее взять в уход. И еще у меня вот на от Oriflame старенькие вот эти вот карандашики выручают бальзам. Вот с одной стороны подлечивает вот эти все высыпания, прыщики, а здесь уже как тональное средство идет. Но я вот замазываю, если что-то появляется. Также на ночь или днем, если куда-то не идешь, помазать. Хорошо убирает вот эти, подсушивает воспаление. И бальзам для губ у меня вот такой вот от бархатных губок. Пока взяла один. Бальзам для губ, защита и питание. Сладкая клубничка. Вот такой у меня сейчас
в использовании. Ну, вот это весь уход на нашу семью из 3 человек, я думаю, будет достаточно. Хочется подобивать старые средства, чтобы так уже радуюсь, что гель для душа, шампуни новенькие поставлю. Хочется больше нового, вот кремушки уже новые беру. Поэтому не стала сильно много нового брать. Добиваю все для умывания, вот эти все средства, а уже потом буду побольше нового, надеюсь, в следующем месяце, на март уже вам покажу. За отпуск постараюсь хорошо подбить все, что застоялось. Ну, я думаю, это немного средств на семью из 3 человек. Так что будем пользоваться на пользу для тела, для души. Ухаживать за собой нужно, обязательно. Гигиену все соблюдать. Поэтому я люблю принимать ванную. Каждый день принимаю, релаксирую. Просто после рабочего дня вообще мне это помогает, выручает. Уже перед сном приму ванну и все. И так легко встает. Ну, а сейчас в отпуске больше, еще раз повторюсь, на это времени. Всем огромное спасибо, кто был со мной, кто посмотрел это видео. Ставьте лайк, если оно вам понравилось, было интересно и полезно. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Очень рада новым подписчикам. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем всего доброго, отличного настроения. Пишите ваши комментарии, всегда рада их читать, отвечать. Пишите ваши отзывы, ваши советы. Тоже всегда прислушиваюсь к ним, очень они мне помогают. Ну и ждите новые ролики на моем канале. Всем всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.